Хирургический корпус Люберецкой областной больницы открылся после капитального ремонта. Изменения проходили в рамках государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья. В учреждении обновили все – от входной группы до оснащения. Достаточно места и для ожидания. Здесь происходит непосредственно первичный контакт. Теперь в хирургическом корпусе места хватит всем, как пациентам, так и их посетителям. Первый этаж сделан специально так, чтобы, попадая в медучреждение, больной не терял времени нахождения по специалистам. Травматологическое, хирургическое и терапевтическое отделение. Весь перечень необходимой первичной диагностики сосредоточен в одном пространстве. Это приемно-диагностическое отделение. Здесь организован подъезд бригады скорой медицинской помощи. Здесь находятся и приемные диагностические палаты. Здесь же на первом этаже сосредоточено эндоскопическое отделение, где проводятся необходимые исследования. Стационар ежедневно принимает 50, 60, бывает и 70 пациентов. Хирургический корпус 37-го года постройки обновляли полностью в течение 5 лет. Финальный этап – ремонт 2000 квадратов, а это весь первый этаж. Начался в мае 2019-го. На работы и оснащение кабинетов потребовалось 46 миллионов рублей. Все очень достойно, все на уровне. Здесь хорошие клинические условия. Вопросы медицинского обслуживания все-таки улучшаются, что бы кто ни говорил. В силу того, что такое пристальное внимание со стороны губернатора Воробьева Андрея Юрьевича, в принципе, на сегодняшний день мы видим такую хорошую динамику. Комфортно в больнице и тем, кто вынужден лечиться вне дома. 115 коек разместили в уютных палатах, которые рассчитаны максимально на 5 человек. Что касается медикаментов, в хирургическом корпусе лекарства и расходные материалы имеются в полном объеме. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.